Ну, рассказывай. Я сегодня первый раз еду на роликах. Я еду на роликах. Ну что, одену тебе сейчас? Ролики. Это что, у тебя цветочки? Да. Красивые? Да, это я сорвала, когда в лесу. Ну, хорошо. Обуваемся? Ну, не кружочки. Да давай уже обуваемся. Первый раз, да? Да. Первый раз. Ногу поставь. Удобненько? Не давит нигде? Нигде не давит. Пока что. Хорошо. А вот, когда одену, будет слегка давить. Вот. Уже вот тут давит. Нормально. Нормально? И хорошо, что нормально давит. Вся в защите. Вся в защите. Наверное. Защелкнула? Ну? Ну давай. Езжай. Давай, погнали. О, молодец, давай. Учись. Ты назад едешь, а надо вперед. Я ргушка. Неудача. Ргушка-то получилась. Нет, ты давай толкайся. Как ты знаешь, неудача спіткала українського спортсмена. Папа! Толкайся! Чого ми тебе тащимо-то? Ви мене тащите, а я буду... Ні, так нечесно. Давай, сама давай. Папа! Так нечесно. Давай сама. Я сказала вже. Давай. Ви мене тащите, а я сталкиваюсь. Ти вся в защиті, давай сама. Мама, бросай ее. Назад едет. Давай с горки ее раз спусканем. Испортили на коленечки уже, да? Нет. Грязные. Сарделька обыкновенная. Зачем? Руки у тебя в защите, когда ты падаешь, вот так на руки падай, поняла? У тебя тут защита, ты не поцарапаешь. И пальчики не сломаешь, не переживай. Давай, поехали. Все равно до 10 мы считать не умеем, пальчики нам не главное. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Опять? Лишние пальцы? Нет, я не пальчики. Считаешь сейчас. А что? Не пальцы. Рот я считаю. Ну все, погнали. Помоги в гору заехать. Я вам помогаю. Вставай. Безнадега.ру? Нет, мы... Вот так. Ничего, вставай.
Слава, это нормально. Мы же только раз в них вышли. Последний. Ну. Ничего, вставай. Встаем. Вставай, вставай. Папа, наш лазер заняли. Давай. Давай, едь. Езжай. Вставай. Сто раз упадешь, потом поедешь. Может быть. Вставай, вставай. Что, ничего, встать надо. Ноги в кучу собирай. Езжай. Давай ко мне, давай. О, что-то уже близко к тому. Вставай. Вставай, пластмассовый человек. Ты уже на коленнике стерла. Да, вставай. 100 раз уже упала. Нет, еще не 100, давай. Давай, давай, давай руку. Кира, давай мне руку. Ну вот, да, ты примерно поняла, как ты работает эта вещь. Как должна работать. Ну да. Вставай, вставай. Нет, это ты уже балуешься, вставай. Ну вставай. Может быть, на резиновый коврик пойти с ней? Вставай, вставай. Отпусти, пусть сама дойдет. Не спеши. Давай, давай. Ну, примерно так. Ну зачем ты? Помогла. К нам теперь давай, Кир. Не спеши, не спеши. Ну как? Не могу. Нравится? Мальчики бегают повсюду. Ну тебе нравится? Ты уже глянь, как хорошо. А ты едь. Ты уже так хорошо катаешься. Лучше, чем в самом начале. Давай. Давай. Сама. К паутине езжай. До паутины 7 метров. Где-то. Куда? 5? Ну, 5 метров туда, 5 метров обратно. Уже 10 метров без падений. Уже у нас чемпион растет. Давай обратно. Сяду, посижу, передохну. Посидеть же не дадут, да? Кира, давай сюда. Молодец, умница. Ну, снимайте, давайте. Нет, еще. Три раза, когда проедешь туда-обратно. Потом пойдем на твердое тренироваться. Да, мама? Вообще-то мы должны уже разговаривать по-немецки научиться. Йо-йо-йо.